Любимое многими пенное с июля приравняли к алкоголю. О том, какое вето теперь наложено на рекламу пива, журналистам рассказали в Ивановской антимонопольной службе. Производителям запрещено продвигать алкоголь с содержанием этилового спирта более 0,5% с помощью рекламы на телевидении, в общественном транспорте и на уличных баннерах. Монтируемых и располагаемых на крышах, внешних стенах и иных конструктивных элементов зданий, строений, сооружений или вне их. Таким образом, с 23 июля с улиц наших городов и населенных пунктов должна быть убрана вся наружная реклама пива, которые у нас сейчас присутствуют в изобилии. Вы знаете, да, что если проехать по городу Иваново, то, наверное, не найдется ни одной крупной улицы, на которой не размещается у нас в настоящее время реклама пива. С 23 июля реклама пива с улиц должна исчезнуть. Всем, кто посмеет ослушаться, специалисты антимонопольной службы гарантируют привлечение к административной ответственности. На юридических лиц от 100 до 500 тысяч рублей, на должностных лиц от 4 до 20 тысяч рублей. Таким образом, за размещение рекламы пива с 23 июля виновное лицо будет привлечено к административной ответственности с наложением штрафа минимального 100 тысяч рублей. А вот безалкогольное пиво рекламировать на улице по-прежнему разрешено. Завуалировать под этим крепкое пенное не удастся. Антимонопольщики будут отслеживать подобные хитрости производителя. В рекламе должно быть четко обозначено, что рекламируется именно безалкогольное пиво. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.